Digital Max Cinema представляет упаковка книг сектантского автора Вирича Гендес. Вот. Чему я научился, читая эти книги, смотрите. Предметы движутся сами, видели, а? Учитесь. Так, и сами продаются. Вот. Так, ну, значит, вот эти книжечки. Вот, значит, вот. Одна книжка становления 112 гривен. Сиди. Вот. Зрело 73 гривны. Вот, 50 гривен. Программировать дрифт, влияние, короче, НЛП, короче, дрянь такая вообще. 130 созидать эмоциональной волей. Вообще бредовые книжки, блядь. Маразм. Так, вот дальше наш календарь ДР, блин, 50 гривен. Нахер он. Вот, уверенность 117 гривен. Вот освобождение 76 гривен. Все, я освобождаюсь от этой сектантской идеологии и этого маразма. Кстати, люди тоже отмороженные, которые этим занимаются. Позавчера мне писал мне чувак, значит, вот у меня есть 200 гривен, куплю. Я, говорит, сейчас в Харькове проездом. Я ему говорю, слышишь, чувак, говорю, он, это было 9 мая, сегодня 11 мая. Вот. Я говорю, слушай, чувак, говорю, найди где-нибудь еще 200 гривен, заеби у кого-нибудь. Короче, чувак так и не это самое, начал мне там методы НЛП на меня, это самое, что типа я, типа, если не продам, я ему сказал, что я дешевле продавать не буду. Он мне начал, типа, что хрен я продам, это самое, и типа, пиши мне, если не продашь. Ну, если не продал. Ну, вот мне на следующий день буквально сразу человек вот сразу и купил. По той цене, по которой я хотел. Ну, почти, я хотел вообще за 500 гривен по себестоимости. Потому что вот если тут, если взять, значит, 112 плюс 73, плюс 50, плюс 130, плюс 50, плюс 117, плюс 76. Вот себестоимость, в принципе. Это цены интернет-магазина. Вот сейчас какие. Эти книжки я особо и сильно не читал, что маразм крепчает, как говорится. Билиберда, сектантская хуйня. Эти книжки эти, блядь. Вот какой-то дурак решил купить. Ну, флаг ему в руки, блядь. Пускай читает этот маразм. Лучше бы они учили, как деньги зарабатывать. Вот, чем предметы двигать. Так, я смотрю на предмет. Вот он снова двигается. Без моего участия. Блин, что болтается. Так, ну запаковал. Сейчас вот скотч что-то. Скотч купил, говно, блин. 15 гривен, блин. Что-то продали мне какую-то хуйню, блин. НЛПшники сраные, блин. Надо было сказать, давай другой скотч, блин. Как-то не подумал, блин. Сука, манда, блин, ёбаная. Продала мне хуёвый скотч, блин. По-другому не скажешь, блин. Скотч купил, блядь. Бракованный чешуй, блядь. Что за хуйня, блядь. А музычка моя играет, диджей Колдун. Я пишу музычку электронную.
Да, хуёвый скотч, блядь, ну ладно. Это не то, блядь, с этим скотчем. Сектантское говно, короче, продал эти книжки дурацкие, лежали, лежали, нахуй их покупал, блядь. Бредятина, блядь. У меня знакомый Блаватскую изучал, ну и шо. Потом сказал, говорит, что полная хуйня, ничего там интересного нет, только время зря. Это самое. А мир не тот, блин. Блаватская нахер не нужна. Сейчас. Рай на каждом углу, деньги только неси. Да, скотч, конечно, я купил Алимы. Больше головника со скотчем. Так, короче, нормально. Ничего с ним не будет. С этой коробкой. Все, книжки там болтаются. Ну, хуй с ним. Ничего себе не случится. Ебись оно в рот, это сектантское говно. Все, желаю успехов, Макс Вехов. Кстати, продал книжку, эти книжки. Человек написал, говорит, хочу купить. Давайте реквизиты. Вот его мои координаты. Все. Все очень просто. Я люблю 100% предоплату, без всяких там улиц доставок, дурацких. Вот тоже сегодня, вчера тоже диски продал через улиц доставку, блин. Фанату минимализма, блин. Ну вот, получается, сегодня я пошел отправлять, а диски приедут только. Это Западная Украина, хуй знает куда, с 14 числа, блядь. Там мне ждать, блядь. Я так бы сразу деньги получил, бы я был бы счастлив. Хуёвый, доставка тоже хуёвая в плане того, что деньги долго ждать. Если там, например, населенный пункт сегодня отправил, завтра приехал, и человек сразу получил, и тогда нормально. А так, блядь, ждать дохуя времени, блядь, заебали нахуй. Все, всем пока.